Где комната профессора? Что вам угодно, господа? У нас есть ордер на обыск и арест. В зависимости от результатов. А по какому обвинению, позвольте вас спросить, и кого? По обвинению профессора Преображенского, Барментали, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфовича Шарикова. Ничего не понимаю. Какого Шарикова? Моего пса, которого я оперировал? Не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело. А, то есть он говорил? Но это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и его решительно никто не убивал.